Всем привет! Продолжаем гулять по моему любимому городу, Санкт-Петербургу. Фонтанка 20. Дом Неклюдова, дом Ватковской, дом Голицына. 1787-1790 архитектор Демирцов Федор Иванович. Трехэтажное здание с приставными колоннами, в центре фасада и треугольным фронтоном. Главный фасад решен в формах строгого классицизма. Первый этаж трактован как цокольный. Парадные помещения размещались на втором этаже. Сохранилась первоначальная внутренняя отделка вестибюля с колоннами Каринского ордера. Я частично пользуюсь данными сайта City Walls. Согласно табелям домов Санкт-Петербурга и справочникам «Весь Петербург, Петроград», с 1869 по 1917 дом находился в ведении Министерства императорского двора. Основное здание комплекса обладает богатой историей. Построено в конце 18 века, оно принадлежало обер-прокурору правительствующего сената Неклюдову. В 1811 году дом приобретает обер-прокурор Синода, министр духовных дел и народного просвещения князь Голицын. Голицын провел всю свою жизнь холостяком и был известен своими интимными связями с мужчинами. Так Пушкин высмеял Голицына в эпиграмме под названием «На князя Голицына». Вот хвостовой покровитель, вот холопская душа, просвещение губитель, покровитель бантыша. Напирайте, Бога ради, на него со всех сторон, не попробует ли сзади, там всегда слабее он. Новый хозяин Голицын перестроил особняк заново, отделал внутренние помещения. В доме жили директор департамента духовных дел и иностранных вероисповеданий Тургенев, его младший брат, известный экономист и идейный руководитель движения «Декабрист». В квартире Тургеневых в 1815-1818 годах часто собирались члены литературного кружка «Арзамас» – Жуковский, Вяземский и другие. Часто сюда приходил Пушкин. В доме князя Голицына была устроена церковь во имя Святой Живоначальной Троицы по проекту архитектора Воронихина. Позднее храм перешел в ведение канцелярии министра императорского двора. В 1930-е годы интерьер церкви был полностью уничтожен. В устройстве домовой церкви, постройки ее приняли участие выдающиеся русские художники. Общая композиция церкви и ее убранство принадлежала Воронихину. Живопись иконостаса Паровиковскому и окончательно завершение деталей церкви архитектору Витбергу. Рядом с ней была устроена личная молельня Голицына. Здесь вместе с Голицыным часто молился Александр I. В настоящее время здание на Фонтанке, дом 20, находится в перечне объектов исторического и культурного наследия федерального значения. В 22 году здесь было Русское библиографическое общество, в 23-24 годах Петроградский институт книговедения, в 1940-м учебный филиал индустриального техникума. В 1965-м Центральное конструкторское бюро «Строймаш». В 2009-м детский сад Центрального района. Ну, вот все, что мне удалось найти по дому номер 20 на набережной Фонтанки. Я пользовался данными сайта City Walls. Пока-пока, до свидания, что-то узнали новое. Всего хорошего.